Самый большой в Нижнем Новгороде пешеходный фонтан стал главной достопримечательностью бульвара авиастроителей. На бульваре проведено полное благоустройство. Дорожки, освещение, работы уже почти закончены. И сегодня бульвар проинспектировал глава города Владимир Панов. Здесь есть подсветка, да. И 6 режимов работы. А сейчас вот программа одна выставлена, но мы хотим вот в течение недели переформатировать и сделать немножко другую программу. Там в чем она заключается? Струи побольше немножко. Больше динамики будет, да. Световой и больше сочетаний лучше. Главный элемент бульвара авиастроителей, это сейчас самый большой сухой фонтан. Да. В Московском районе в этом плане повезло. А сколько он по площади? По площади 216 метров. Такой необычный, интересный. Я думаю, дети будут очень довольны, вымокнут все. Тут не по одному комплекту одежды придется на прогулку брать. Благоустройство бульвара авиастроителей не было около 30 лет. В том году жители активно участвовали в голосовании, поэтому территория попала в программу формирования городской среды. Строители работали даже по выходным дням. Я приходила сюда в день строителя, шел дождь. И они в плащах, куртках, но работали. Вот спасибо этому молодому человеку. Молодец. Он выполнил просьбу для всех пешеходов. У нас основная эта дорога, вот там, это и это. Видите, здесь спуск есть. А там спуска не предусмотрено было. И он сделал. Будем следить, чтобы не было безобразия. Будем ходить, дозоры ночные делать, дневные дозоры. Вам искренне благодарность, потому что, к сожалению, не все цели. Я прям восхищена, как все здесь сделали. Тем более сказали, что через год у нас вообще и газоны все сделают. Прям с удовольствием будем ходить. Сквер получился такой огромный. Тут площади 4800 квадратных метров. Это только плитки, тротуары, дорожки. И сложности были в том, что здесь в основном ручная работа была. Укладка брусчатки – это всегда сложный очень вопрос, особенно на таких масштабах. Это и подрезка, и подгонка, и уровни. Поэтому замечаний достаточно много, но они относятся к категории рабочим, а не критическим. То есть видно было, что подрядчик действительно старается, и на таком объеме такие замечания, они объективны. Будут сейчас они устранять, и я думаю, что в течение недели большинство замечаний они снимут. Если говорить о сроках, то осталось буквально немного. Несколько дней, в понедельник уже будет открытие в первой очереди, когда уже и фонтан, и освещение, они все заработают.